Рыжий, быстрее вставай, вставай, быстрее, быстрее, беда случилась, быстрее вставай. А-а-а, боже мой. Ёлки-палки, что случилось-то? Блин, ну что произошло-то? Что скажи? Ой, бедный, бедный, ой. Что случилось-то? Кому звонить-то? Пожарную, милицию, доктору? Крутили, это катастрофа, гад, ты понимаешь, гад, это катастрофа, блин, Блин, вот ужас-то, Как же такое могло случиться? Так, господи, боже мой, что ж такое творится? Какой кошмар, ужас, блин, я пропала! Блин, да что ж такое кошмарное-то стряслось? Хрюдель, случилось страшное. А? Мне совершенно нечего одеть! Так, только чтобы все по-честному, ладно, Хрюндель, лады? Ну окей, ну и ты тогда тоже чёрт не врать. Ой, когда я тебе вру прям? А вот и посмотрим. На вот тебе бумажку. И пиши давай всех своих бывших. Только всех. Никого не забывай. Покончим с этим вопросом раз и навсегда. Одним махом. Да ладно, ладно, пишу уже, пишу. А Светку писать с ней ничего толком не было. Писать, писать. Знаю я ваша, толком. А ты хмыря своего с бубном не забудь, который с бубном. Написала уже с бубном хмыря, написала. Ну чё, у тебя сколько получилось, покажи. Вот ещё, сам первый покажи. А, сука! Отдай, сволочь! Дай сюда! А, не там! Чёрт! А, чёрт! Так тебе говорят! Дай! Вау! Упс! Вау! Упс! Чё упс-то? Сейчас посмотрим, что ты написала. Это чё, и всё? Я ж тебе честно написал всё. Ну и дурак, чё я тебе могу сказать. Здрасте, у вас тут салон ужасной красоты. У нас салон нормальной красоты. Ладно, не суть важно. Я, короче, босоножки себе купила, мне нужно ногти на ногах как-то так, чтоб не торчали особо. Ну проходите, садитесь вон туда. А можно я лучше лягу? Туда, поваляться охота, а? Ну проходите, ложитесь. Ладно, прохожу, ложусь. Ну что ж, давайте начнем. Давайте, я уже начала. Так. Так. Не дергайтесь. Не дергайтесь, говорю вам. Ой, не могу. Ой, не могу. Щекотно. Ну щекотно мне что. Ну я так ничего не могу сделать. Ну знаете, это бесполезно. Ну почему же? А мне понравилось даже. Чувствую себя как новое. Кабрине кузина. Вечно сдирает. Хрюндель, что ли, ползает по карнизам? Хрюндель, иди лестницу подержи, даме. Хрюндель, ты чё это? Ты за попу меня укусил. Да не кусал я, споткнулся просто, извини. Чё это с тобой? Чё ты вдруг за попу кусаться взялся? Да не кусал я никого, говорю, споткнулся случайно просто. Ишь ты! Взял да за попу кусил. Вот дает. Не кусал я, жоп. А что, можно сказать, смелое мужественное решение. Решил кусить за попу. Да что заладило-то, говорю, не кусал. Ишь выискался, жопокус. Лёшка, прикинь, мне тут Хрюндель за попу укусил. Представляешься? Ну? А это мой приятель Хрюндель. Он меня тут на днях недавно за попу укусил. Такой вот шалопай. Слышь, лохматый, ты там осторожно. Хрюндель теперь всех за попы кусает. Мне, пожалуйста, место в проходе, а ему окна. А то он всех за жопу кусает. Привет, ну чё? Много сегодня поп накусал? Блин, Масянь, ну ты уже достала всем и каждому при каждой возможности рассказывать, что я тебя за попу укусил. Чё, стыдно, да? Хотя я никого ни за какое место не кусал. Балда ты, Хрюндель, ничего не понимаешь. Главное, понимаешь, не в том, кусал ты кого-нибудь за что-нибудь или нет, а в том, чтобы жизнь бурлила. Понял? Так, улица Зеленых Партизан, дом 7. Кажется, это здесь, Хрюндель. Выходим. О, здорово, лохматый. Какая неожиданная встреча, надо же. Привет, что это вы в моем районе делаете? Пошли с нами прогуляемся. А куда идем-то? Идем по объявлению квартиру смотреть. За 500 баксов как раз где-то здесь сдается. Да,
Квартирка-то у вас так себе. Картинки какие дебильные, журнальчик что ли врезали? Ну, картинки мы увезем. Чайку не хотите? Хотим, хотим. И желательно с печеньем. Ну, или со сгущенкой. У него календарь еще за 80 хрен на какой год висит. Одиночка, анонист. Ну, а в туалете журналы для тинейджеров. Прикинь. Слушайте, а квартира-то вам понравилась? И чё вы вообще переезжать-то собрались? Да ты чё, лохматый? Нафига нам переезжать? У нас отличная квартира. Мы просто так, на самом деле, с людьми, мы за интересы ходим, смотрим, как люди живут. Какие извращения они там у себя наворачивают. Ну и там чайку попить с печеньем. Прикольно. О, никого нет, а подарки уже лежат. Ой, ужасно любопытно. Боюсь, не выдержу. Наверное, там что-нибудь такое романтическое такое. Дай-ка все-таки посмотрю. Что ж там такое может быть-то непонятно нифига. Ой, это что ты без нас подарки смотришь? Это сюрприз. Ой, ну я не утерпела. Ой, все-таки подарок от лучшего друга, это, знаешь, всегда очень трогательно, волнительно и романтично. Очень романтичный Хрюндель. Это, наверное, самое романтичное, что можно было придумать. Ты просто хотел веселое что-нибудь, все-таки гораздо лучше, чем те побрякушки, что ты обычно даришь. Посмотрим, что у тебя там, небось, что-нибудь смертельно скучно. Красавчики. А че ты радуешься, лохматый? Для тебя тоже подарок есть. Лохматый, так нечестно, Новый год все-таки. Ну-ка, Мастянь, давай его под белые ручки. Давай, подарки на свои носы самому открывай. В общем, поздравляем вас с новым 2008 годом. И желаем вам подарить друг другу что-нибудь мягкое и плюшевое. Поздравляем, пока. Пока.